Из-за плановых работ на сутки без холодной воды остались жители Ленинского округа. Специалисты Омского водоканала модернизируют трубопровод. Воду отключили в 5 школах и детских садах, 2 больницах и более чем в 100 жилых домах, в частных и многоквартирных. По графику работы должны были закончиться в среду в 6 утра. Однако специалисты основной ремонт проводили еще до обеда. Питьевая вода в квартирах и мечей должна была появиться уже к вечеру, обещают в водоканале. Занимаемся обновлением сетей, ремонтом сетей. Наши работы никогда не прекращаются. Вы даже знаете, что в январе, в феврале мы работаем. Но с минимальными потерями мы проводим работы для того, чтобы потребители всегда были с водой. С утра сотрудники Омского водоканала организовали подвоз питьевой воды. С небольшими перерывами машины должны были по 2 часа нести дежурство. Однако в назначенное время они были не везде. Рядом с детским садом по улице Шота-Руставели машина так и не появилась. Добавлю, что в ближайшее время других масштабных отключений воды не планируется.